Хакасия готова принять беженцев из Украины. По поручению главы республики созданы пункты временного размещения прибывших граждан. На сегодняшний день 34 жителя Украины прибыли в наш регион. Им предоставили жилье и оказывают помощь в получении документов, устраивают на работу. Мы предоставляем жилье гражданам, которые покинули данную территорию Украины, Донецкой и Луганской областей. В данный момент у нас 4 пункта размещения. Это на базе наших стационарных учреждений. И буквально мы поменяли, был курорт озера Шира, сейчас это на базе Жарков. На базе отдыха Жарки имеется около 300 мест для комфортного проживания людей с территории Украины. На данный момент часть прибывших получили кров в социальных гостиницах, а часть живет у родственников.